На Всероссийской универсиаде в Ульяновске проходят соревнования по классическим шахматам. В первом туре игр соперники встречаются абсолютно разные, как с высоким, так и с низким рейтингами. По окончании партии их результат фиксируется и ведется таблица очков. Играют по швейцарской системе. После поражения игроки не выбывают из соревнований и даже после 2-3 проигрышей могут реабилитироваться и поправить свое турнирное положение. Первый тур я выиграла довольно легко. За час освободилась все. Очень приятные впечатления. Первый раз принимаю участие в спартакиаде. Хороший зал, хорошая грамотная организация. Так что пока все нравится, будем работать дальше. Настрой у ребят хороший. Каждый спортсмен приехал побеждать. В соревнованиях принимают участие сильнейшие игроки и команды из 15 высших учебных заведений 13 регионов России. Организация соревнований проведена на высшем уровне. Это отмечают как участники, так и судьи соревнований. Нам предоставлены замечательные, шикарные условия для проведения данного турнира. Есть кондиционеры, есть хорошие комплекты шахмат. Весь инвентарь в полном порядке. Все ребята приехали с настроем побеждать. Спортивные судьи квалифицированные. Все хорошо. Соревнования пройдут в течение 4 дней, раздельно для юношей и девушек. По итогам будут выявлены победители как в личном, так и в командных зачетах. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, УПРАВДА ТВ.